Сегодня бойцовские клубы есть чуть ли не в каждом городе, а большинство их воспитанников – это молодежь. Как отметил Вениамин Кондратьев, работа таких секций должна ориентироваться на здоровый образ жизни. Спортсмены, которые называются бойцами, вы сами их воспитываете в том духе, в тех традициях, которые сами закладываете. Безусловно, и мне очень важно понимать, чтобы сегодняшние клубы бойцовские, по сути, чтобы они не были подвалами 90-х. Мы должны здесь на деле понимать, кто у вас тренируется, какие у них задачи, как они себя хотят реализовать в жизни. Если вы занимаетесь молодежью, коллеги, занимайтесь, я не против. Но делайте это во благо обществу, во благо краю. Так, чтобы мы не беспокоились вот за тех ваших воспитанников. В жизни они не могут быть бойцами. Когда они выходят на улицы, это законопослушные граждане, в первую очередь, которые, наоборот, стоят на страже стабильности, стоят на страже закона. Кроме того, деятельность бойцовских клубов должна стать прозрачной, добавил Вениамин Кондратьев. А значит, в ближайшее время необходимо на региональном уровне решить вопрос с регламентированием таких организаций.